Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и в этом видео речь пойдет об ароматах от Oriflame на осень 2022 года. У каждого есть свои предпочтения. Кто-то пользуется одним ароматом круглый год, кто-то 2-3 аромата использует в течение года. У меня же около 50 ароматов, и на самом деле некоторые ароматы я могу использовать только летом или только ранней весной, когда начинается цветение капель. А какие-то ароматы хочется осенью. И как я их выбираю? Обычно это как по отклику тела. То есть наношу на себя аромат, и если мне в нем комфортно, хорошо, есть ощущение легкости или обнимашек, то есть некоторые ароматы, они как будто такие тепленькие, согревающие, то мне вот хочется им пользоваться. А бывает такой период в жизни, когда хочется чего-то более громкого, яркого. Я вам сейчас расскажу про абсолютно разные ароматы. У них практически нет ничего общего, кроме того, что они, ну, вот какие-то более теплые, теплые и нежные. И первый аромат — это Signature Fohyo. Я не могу сказать, что этот аромат стал моим любимчиком, нет, но для осени он именно такой теплый, согревающий. Это восточно-цветочный аромат. Ревень, розовый перец, который я очень люблю в ароматах, розовый грейпфрут, тубероза, фрезия, французская лаванда, бобы тонко, сандал и амбра. И все это в этом аромате. У него, кстати, еще есть рамочка, я ее все никак не могла снять, то есть аромат приходит в рамочке, ее потом можно отсоединить и вставить фотографию, то есть такая вот, не знаю, как это вернуть обратно. Ну, в общем-то, вот так это будет примерно выглядеть. Ну, вы в интернете посмотрите картинку и поймете, как это прикольно на самом деле. Итак, что я хочу сказать по поводу этого аромата. Он стойкий, он глубокий, он мягкий, и в то же время есть в нем какие-то ноточки такие рисковатые, даже что-то мужское в нем есть. Поэтому, да, аромат нравится, но не на постоянку, иногда, иногда просто. Следующий аромат, который я очень-очень люблю, это Eclat Nuit. Во-первых, у него красивый дизайн, такой глубокий фиолетовый цвет, особенно на просвет, когда смотришь, у него градиент от светлого к более темному, и верхняя часть даже не просвечивает. Красивый, стильный аромат. Этот аромат с яркими нотами голубики, персика, бархатцы, и в самом сердце композиции классический жасмин, шлейф из ванили, мускуса и пачули. Я вам передать не могу. Ой, вот прям родной аромат. Я его с первого раза сразу полюбила. То есть если с предыдущим ароматом у меня, знаете, такое было как-то... Ну нет, не мое, как-то не особо, да нет, вроде бы ничего. Да, вот сейчас осенью я поняла, что он хорош. Летом я им вообще не могла пользоваться. А этот аромат, я даже летом иногда пользовалась, чтобы почувствовать эти ноты. Настолько он гармоничный вот со мной, с моей душой, как мне вот просто... Я люблю, когда все по любви. Так вот с этим ароматом все по любви. Очень крутой. Заказывайте себе сначала пробники. Никогда не покупайте ароматы просто потому, что кто-то вам сказал, что он классный. Потому что ваш мозг может отреагировать на аромат вообще как-то неожиданно. Либо вам может он совершенно не понравиться, либо так понравится аромат, даже который кто-то сказал, что он не очень. Пробуйте разные ароматы. Вот, аромат силы Poza Secrets. Ох! Ох, какой он крутой, просто необыкновенный. Я с ним себя чувствую прям такой бизнес-леди, красоткой, королевой красоты. То есть он меня настолько вдохновляет, этот аромат. То есть он никаких розовых единорожков здесь нет. Он четкий, он просто четкий. Смотрите, какой состав. Poza Secrets. Аккорд золотое яблоко, бергамот, водный жасмин, сандал, ваниль. Это только 5 ноток. На самом деле в каждом аромате около 80 нот. Представьте себе, что мы знаем только о нескольких. И поэтому люблю его. Ой, прям обожаю. Наверное, сегодня вот им воспользуюсь или Eclat Nuit.
Так они мне оба нравятся, просто любовь. Следующий аромат — Giordani Gold Essenza. Но это просто любовь, мне кажется, большинства женщин. Я не встречала лично, вот лично не знакома с такой женщиной, которая бы сказала, что фу, мне не очень. Я на самом деле его сама не хотела заказывать. Когда он только вышел, я подумала, боже мой, какой он дорогущий, я не буду его брать. У меня его заказала клиентка, я ей принесла, и она прям при мне вскрывает его, такая чу-чу-чу, брызгается, а я уже отходила, и вдруг я такая... То я возвращаюсь, говорю, пшикни, пожалуйста. Она мне, да, конечно. Я ходила с ним до дома, добежала и сразу отправила заказ. Сразу отправила заказ. И с тех пор, это уже у меня, наверное, четвертый или пятый флакон. Я, конечно, им не уливаюсь прям как бы хотела, может быть, потому что этот аромат не на каждый день и не на прогулку обычную. То есть с этим ароматом все-таки... Хочется как-то и наряд соответствующий, потому что это дорогой, богатый, очень классный аромат. Во-первых, у него и дизайн, я прям держу флакон, он такой тяжелый. Здесь у нас позолоченная крышечка. Так, состав: лимон, мандарин, жасмин, флёр д'оранж, амбра, древесная нота и мускус. Как я люблю вот лимон, мандарин, жасмин, флёр д'оранж. Древесная нота. Он такой вкуснейший. Это просто вот состояние королева. Уверенная в себе, красивая, спокойная, в дорогой одежде, в красивой. То есть все идеально в этой женщине, которая идет с этим ароматом. Я его просто обожаю. Следующий аромат у меня будет Infinita. Страстный. Не путайте со словом страшный. Страстный, очень интересный аромат. Как он мне нравится. Кстати, из пробника вообще не понравился. Я сказала, нет, я такой себе не куплю. Мне его присылали на обзор. И я такая думаю, боже мой, как снимать хороший обзор на аромат, который мне не понравился. Я его открываю, начинаю им пользоваться, и у меня просто разрыв шаблона. То есть то, что было в пробнике, и то, что из оригинала. Абсолютно разные оказались ароматы. И в состав входит кумкват, мандарин, розовый перец, жасмин, ваниль, кашемировое дерево и амбра. И я этот аромат, знаете, с чем ассоциирую? Например, танец такой бачата, парный. Такая страсть между ними, и просто смотришь просто на танец и уже горишь. Вот у меня такая ассоциация с этим ароматом. Он такой заводной, вот просто возбуждающий. И в то же время он дерзкий, и в то же время он не тяжелый. Я им даже летом пользуюсь. Очень люблю, это видно даже, да, что вот, когда он закончится, закажу себе новый, потому что этот аромат вот прям мой-мой. Следующий аромат Си, именно Experience Blazing Womb. По-моему, это он. Апельсин, зеленое яблоко. А, да. Апельсин, зеленое яблоко, озоновые ноты, жасмин, сосновая хвоя, цветки пижмы, березовые искры, амбер, вуд, полынь. Ох, слушайте, такие, знаете, цветочно-древесные ноты. Вот у меня, знаете, какое состояние, когда этим ароматом пользуюсь? Ой, как я его люблю, я вам передать не могу, тоже им пользуюсь много, но у него почему-то расход такой маленький, он очень стойкий. Знаете, что удобно в этом аромате, можно так открутить, и я его с собой беру в дорогу, в маленький переливаю флакончик, 5 мл, по-моему, у меня есть флакончик, от Oriflame тоже, это очень удобно. И вот смотрите, вот этот аромат у меня, знаете, какую ассоциацию вызывает, как будто бы жара, лето, я в лесу, когда уже все цветет, и пижма, и вот всякие цветочки, там василечки, и вот этот, знаете, такой густой, немного, не то что душный, немного такой вот обволакивающий аромат. Ты идешь вот по этому лесу, по поляне, мы ходим, рвем эти травы, и такое состояние просто полное слияние с природой. Такой комфорт, такой отдых. Я с этим ароматом чувствую себя великолепно в любое время года.
В любую погоду, если мне хочется вот такое вот обрести состояние, как вернуться к себе, успокоиться и наполниться, потому что ароматы, они очень сильно влияют на нас. Я надеюсь, вы это знаете. Это просто вау-эффект. Следующий аромат – Эклафам. Я его очень редко использую. Я могу сказать, что это не из любимчиков точно. Немного для меня этот аромат, мне кажется, рановатый, не доросла до него еще. Потому что он более какой-то женственный. Ну, такая классика. Знаете, что здесь в составе? Ну, осень, зиму с этим ароматом. Вы не представляете, как он красиво раскрывается на прохладной погоде. Итак, мандарин, черная смородина, бархатец, жасмин, флёр д'оранж, роза, сандаловое дерево, ваниль, амбра и т.д. и т.п. И это очень круто звучит вместе. Когда с этим ароматом женщина заходит, то сразу статусная женщина, какое-то положение занимает серьезное в обществе. Вот у меня почему-то такая ассоциация. Это не обязательно, что так. Это я вам свои вот картинки рисую, как я этот аромат вижу. То есть дорогая, ухоженная женщина, уверенная в себе. Вот такая прям классная. Следующий аромат намного нежнее. Тоже серия Экла. В этой серии много ароматов. И они все такие разные. Экла Мон Парфа. В составе китайская груша, тот же розовый перец, который я так люблю в ароматах, королевский белый ирис, миндальная пудра, белые пачули, светлый мускус. И этот аромат, я вам просто расскажу, сколько раз меня вот этим хочу сегодня. Такой прям аромат праздника. У меня сегодня у папы день рождения. Мы сейчас поедем к нему на праздник. И хочется какой-то аромат праздничный, действительно. Сколько раз меня останавливали незнакомые женщины с вопросом, какой у вас аромат? Чем от вас так вкусно пахнет? Я себе две клиентки нашла таким образом. Просто набрызгалась ароматом. Меня прямо в магазине останавливали. Что это? Я рассказывала, обменивались контактами, я отправляла каталог и заказывали этот аромат и другую потом продукцию. Классный, прям супер. Все, выбор сделан. Выбор сделан. Ой, ой, какой он прям праздничный. Он такой женщина, королева бала, супер красивый аромат. И еще один аромат, который я использую даже летом, хотя многие удивляются. All or Nothing, он очень крутой. Он очень крутой, наверное, самый стойкий из ароматов Oriflame. Наверное, он борется с Giordani Gold Original, безумно стойкий аромат. И вот он тоже. Итак, что в составе? Такой богатый состав, знаете, на пол листа. Цветочный вихрь, магнолии и фрезии смешиваются с искрами сочного итальянского лимона, уступая место сердцу, где переплетаются лепестки жасмина, дамасская роза, свежая малина, супер абсолют ванили мадагаскарской, теплый шлейф мускуса и кедра. И вот кто мне скажет, что он не любит этот аромат, я поверю. Потому что он такой специфический, он восточный, вот прям восточный, такой классный. Но он теплый, бархатный на коже. И он такой сексуальный, и он такой спокойный, уверенный. Наикрасивейший, во-первых, флакон, дизайн невероятный. И сам аромат. Только, я вас очень прошу, все заказывайте сначала пробники, а потом аромат. Смотрите, как он упакован. Я даже коробочку не могу выкинуть, потому что это очень круто. У него свой домик, и это выглядит великолепно. Складчик в чемоданчике, в саквояжике. Вот такой мой выбор. По-моему, все я вам рассказала. Да, это все. Все ароматы. Какие у вас любимые ароматы? Что вы предпочитаете осенью? Рассказывайте, делитесь в комментариях. Какие вам нравятся ароматы, какие не нравятся? Это тоже интересно, поэтому делитесь. Мы всегда читаем комментарии. Я знаю, что многие именно благодаря комментариям потом делают себе выбор, что им больше нравится, что заказать. А я вас благодарю за внимание. Желаю вам выбрать ароматы, которые будут вас вдохновлять, наполнять, создавать именно такое состояние внутреннее, ресурсное, которое вам нужно в данный момент времени. Благодарю за внимание. Пока-пока.